8 февраля около 14 часов 25 минут на 275 километре автомобильной дороги подъезд городам Ижевск и Пермь от автодороги М7 «Волга» на территории Игринского района Удмуртии 52-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, допустил занос транспорта с последующим наездом на снежный вал. В результате ДТП водитель получил травмы, госпитализирован. Стоит отметить, что он не был пристегнут ремнем безопасности. У водителя имелись признаки опьянения. При освидетельствовании на месте было установлено наличие паров спирта в выдыхаемом воздухе. Однако с результатами мужчина не согласился. Сотрудниками госавтоинспекции был выдан протокол о направлении на освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. В отношении водителя возбуждены административные материалы. Он неоднократно привлекался за управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.